Привет всем, ребят. Снежку у нас привалило сантиметров 20. Нормально так шел, сегодня все почистил. Убрал, ночью мороз передает до 10, что сегодня замерзло. Но и надо дорогу пробить до асфальта 1,5 километра. На джипе я пробил сюда, если чистит нас очень редко. Сейчас на середину пройду, по двум колеям туда, дороги обратно. Ну и заодно хотел обзорчик сделать. Старика Бурана показать. В принципе, все уже есть. Чего-то замок сниму. Может, тот смотрел, тот не смотрел. Кто-то видел. Так, первый, по-быстрому пробежимся. Стоял у меня здесь амортизатор, типа лыжи назад загинается. Говно, не ставишь, не поставил каблук. Обалденно. Ну и лыжи взял другую, новую. Новую лыжу шире. Буран имеет свойство не поворачивать. Руля крутишь, он на месте. Расширитель не ставьте. Лыжа поворачивает вот этими местами, ребрами. Возьмите новую лыжу. Никаких пластмассок, ничего не мутить. Сюда вот наварили потом. Нормально, так постоянно железки она ездит. Мутил я. Все это фигня. Так, что дальше? Кожух поставил я сам, потому что мне отлетел. Старый был пластмассовый. Рассекло чуть ногу. Вариатор поставил Арктик. Он не скоростной, он тяговитый. Арктик. Так, вариатор Арктик. Ну, здесь сиденье поднял. Вот я сам поднимал сиденье. Подварил повыше, сидишь как в яме. Аккумулятор у меня тоже стартер. У кого, кто хочет узнать, с какого года Буран, вот здесь вот написано, последние цифры, 79-го года он у меня, 79-го. Алюмишку сам мутил тоже. Нормально, наклейку посадил. Нормально. Ну, маленький багажничек тоже сам. Вырезал эти, чтобы выкидывать, ничего. Ребра жесткость на месте, все, ничего не погнуто. Третий сезон катаюсь. Снег выбрасывает. Гусянки новые покупал, тоже стоял. Тележки от мотобуксировщика. Нормально, если не скакать сильно, не гонять, но барон не для этого. Нормально выдерживает, ничего. Ну, кого-то гнуться там, кого-то это. Но у меня не было еще такого. Не было. Звездочки все поменял. Дома и ведущие, все новые стоят. Так, дальше что хотел сказать. Внутрянка. Так. Карбюратор у меня стоит Микуни. Это чисто японский карбюратор Микуни. Нормальный. Окошечко вырезал. Чтобы прогревал топливо, когда холодно. Так. Карбюратор Микуни сказал. Бензонасос стоит от тайги. Кто знает, на тайге два карбюратора стоят. Микуни тоже. Микуни стоит на нем. Ну, может, и К стоит Микуни. Сейчас Микуни сам стоит. Ну, я заглушил. Здесь сделал под один. Вот заглушку поставил. Такой у меня. Нормальный. Нормальный. Так, зажигание. Поставил электронное, московское. Ну, фильтр. И вот эту вот резинку поставил. Вот сюда резинку. Вот. Нашел уже, почему дымит. Вот, видали? Видали, вот, видали? Что значит? Поставил электронное зажигание московское. Карбюратор Микуни. Вот зажигание электронное. То зажигание молоточка я прям вытащил. Все протер тряпочкой прям. Туда-сюда прям. Туда-сюда взял. И как захреначил во враг. Вообще ни о чем. Может, кто-то в нем понимает. Эту резинку я сделал, чтобы воздух сюда от глушака не поступал. Вот я и сделал, ничего, она подгорела, нормально. Вот она защищает, все, нормально вырезал с транспортерной ленты. Глушак, соответственно, вывел. Ну вот выхлопная система у меня, конечно, что-то дымит. Там трын-трын-трын, сейчас вот оказывается хомучек. Ну сейчас прокачусь,
сделаю, приеду. Положу пока сюда, чтобы не забыть. Болт отвернулся, вибрация. Вот, так что открывайте капот, смотрите. Так, катушку одну сделал, газоновскую. Свечи, ну, газель. Свечи тоже газельский поставил. Нормально, ничего, не жалуюсь. Едет. То, что кто-то пишет там в комментариях, как-то не так работает. Ребятишки, умничать не будем. Посмотрели, кто-то занимается охотой, кто-то рыбалкой, кто-то я занимаюсь всем. Короче, посмотрели, если что, умничать не надо, на кровати лежать. Пришлите мне ссылку, что вы сделали. Вот, у старого Бурана, соответственно, здесь все закрыто, глушак выходил сюда, вниз. Его, соответственно, не слышно, и дым шел весь вниз. Здесь сбоку, да, там дымит, трещит, там систему там выхлопную нужно другую поставить. Так вот, по идее. Вот, но есть одно но. Налипает на гусянку, и гусянку рвет. Вот здесь, в этом месте, гусянку рвет полностью. А сейчас гусянки стоят, не как раньше. Я брал, по-моему, по 12 тысяч. Вот этот короткий бурон. Рвет ее махом. Прикурить и менять. Так что пускай дымит так. Ну и все так в основном. Ничего. Руль. Удлинял я, когда сиденье поднял. Подварил сам. Новый не стал заказывать. Ну что заказ новый? Нормально. Бюджетный. Это не скандик, ничего там. Не горная. Трудовая лошадка мне в деревню. Ну карбюратор. Карбюратор обалденный. Вот он. Mada in Japan. Вот чисто японский. Все, поставил его, завел. Тарахтит. Все нормально. Заводится все. Все отлично. Так, ну что, прокатимся. Протопчем дорогу. И посмотрим заодно. Это сейчас темнеет. Все, поехали, заводим. Ну ладно, поехали. Прокатимся. На старте. Все. Все, шепчет. Ну погнали. Больше мне отзывы не пишите, смотрите и смотрите. Умничают, блин, движок не едь, перебери туда-сюда. Мужик, если меня смотришь, встань с дивана и перебери себе голову. Сейчас здесь промьем, о, промять. Давай, давай, туда. Мне на
поеду, понимаете? Каждую зиму я так переминаю, что коробка дождет. Вот он, нагретый буран. На холостых работает отлично. Вот он, бормочет. Можно убрать, конечно, обороты. Но пускай будут так. Окошко сделать обязательно. Потому что задувает сюда хорошо. Забор вот идет. Я руку ставлю. Чувствую, забор прям идет. Ну, остальное, все как-то так. Все, всем до встречи, я попер.